Сегодня утром, 9 сентября, в Сухуми совершено бандитское нападение с применением огнестрельного оружия на первого секретаря посольства России в Республике Абхазия Дмитрия Валерьевича Вишернева. От полученных ран российский дипломат скончался на месте. Его супруга Вишернева Ольга Владимировна, находившаяся с ним в автомобиле, была тяжело ранена. Оборвалась жизнь талантливого дипломата и прекрасного человека, имя которого будет вписано яркой строкой в историю российской внешней политики как образец беззаветного служения нашей Родине. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вишернева. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. По поручению президента Республики Абхазия Александра Анкваба, который взял расследование этого чрезвычайного преступления под личный контроль, компетентными органами республики во взаимодействии с представителями Федеральной службы безопасности России проводятся необходимые следственные действия. В заявлении Министерства иностранных дел Абхазии в этой связи отмечается, что в республике глубоко потрясены случившимся. Далее я цитирую: «Злодейское убийство российского дипломата – наша общая трагедия. Отношения с Российской Федерацией, с российским народом – абсолютная ценность для нашего народа». Конец цитаты. Вместе с нашими абхазскими коллегами мы расцениваем факт хладнокровного убийства российского дипломата и покушения на жизнь его жены как чудовищное злодеяние, направленное на подрыв дружественных российско-абхазских отношений, мира и стабильности в Абхазии и в регионе в целом.